Волк и ягненок. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом! За дерзость такову я голову с тебя сорву!»